Здравствуйте, с вами рекламный телегид «Цена вопроса» и я, Алсу Субаева. Наверное, никого не нужно убеждать в необходимости продвижения своих товаров и услуг. Реклама – двигатель торговли. Эта избитая фраза, тем не менее, оказывается верной. Основные принципы работы ветеринарной клиники «Солнышко» – прилагать максимальные усилия для достижения наилучших результатов в лечении животных. Ветеринарная клиника «Солнышко» оснащена всей необходимой аппаратурой для проведения полной диагностики и точной постановки диагноза домашним животным. УЗИ, рентген, эндоскоп, энцефалограф, электрокардиограф, приборы для мониторинга, пульс-оксиметр, кардиомонитор и другие аппараты искусственной вентиляции легких. Стационарное обеспечение для тяжелобольных животных, современное оборудование, позволяющее в кратчайшие сроки выполнить лабораторные анализы. В клинике ведут прием высококвалифицированные специалисты в таких областях, как неврология, дерматология, кардиология, стоматология. Отдельно стоит отметить хирургические услуги, осуществляемые в ветеринарной клинике. При каждой операции работает хирургическая и анестезиологическая бригада. Контроль состояния пациента осуществляют мониторы, что позволяет проводить операции высокой степени сложности, такие как операции на позвоночнике и грудной клетке. Врачи ветеринарного центра «Солнышко» готовы помочь любому владельцу животного, обратившемуся со своим пациентом в ветеринарную клинику. Будь то несложная процедура, вакцинация, инфузионная терапия – или лечение более сложных и редких болезней, таких как атопия, грыжа межпозвоночных дисков, патологии сердца и сосудов, в лечении которых ветеринарная клиника «Солнышко» накопила богатый практический опыт. Надеюсь, эта информация оказалась своевременной и, главное, полезной. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска.